Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови дуже цікава. І зараз я з задоволенням представляю вам нашого сьогоднішнього гостя, протоиерея Геннадія Дьякова, настоятеля свята Симеонівського собору в місті Миколаєві. Отец Геннадий, здравствуйте. Очень-очень-очень рады приветствовать вас в нашей студии. И я хочу сказать нашим телезрителям, что отец Геннадий буквально только что вернулся из Киева, где завершилось прохождение большого крестного хода, о котором вы, телезрители, конечно же, знаете. Отец Геннадий, вот из уст в уста, из глаз в глаза, будьте добры, вы непосредственно принимали участие в этом большом крестном ходе, в ваших глазах еще плещется киевское небо. Расскажите, пожалуйста, как там? Конечно, это было величайшее событие. Я, сколько в моей практике, участвовал в многих крестных ходах, и пеших, и автомобильных, и морских. Я такого вот большого количества верующих не видел, такой вот общей такой молитвы, которая только присутствие самого, она чувствует этот дух этой молитвы. Когда на Владимирской горке собралось около 100 тысяч человек, и это было, мы вверху сидели, это было видно, когда запели общую молитву, когда стали петь молитвы все вместе, и священство, и верующие, это было, витал дух благодати на всех верующих. Когда заходили крестные хода, которые объединились, встретились в Киеве, это Святогорский иконы Божьей Матери, Спасительской Божьей Матери, которые шли очень долго. Один Святогорский начался крестный ход 3 числа, 3 июля, в Пощаево 9 июля. Они шли друг другу навстречу, как бы символически, один с востока, другой с запада. Здесь они встретились, когда они заходили в тот коридор, который образовали верующие на Владимирской горке, все приветствовали их аплодисментами. И это было не те аплодисменты, какие бывают обычно там, на концертах или на каких-то шоу. Это были аплодисменты благодарности. И как говорил блаженнейший наш Ануфрий, что мы низко кланяемся тем людям, что Господь дал нам таких людей, которые могли пройти вот такой трудный крестный ход. Потому что, как они сами рассказывали, все было. Было и дождь, и зной. И спали на земле, где приходилось, ну, все сидели, где встречали, везде каждый пытался помочь, каждый. Кто-то сооружал на огороде душ, кто-то готовил отдельно, привозил, кормил. Вот этот общий дух поддержки крестного хода, он был всегда на протяжении всего крестного хода. И блаженнейший отметил двух девочек, которые прошли весь крестный ход. Одна шла с Святогорской лавры, другая с Почаевской. Обеим по 11 лет, они полностью прошли весь крестный ход. Он их поздравил, одно из них исполнилось как раз в этот день, 27 числа, день рождения у него был, исполнилось 11 лет. И девчушки сами, одна давала интервью, как взрослый человек, говорит, не было тяжело, потому что Господь помогал, потому что вроде как в конце дня усталость, утром встаешь, опять есть силы. И... Отец Геннадий, этот крестный ход начался в начале июля и вышел одновременно, вышел сначала из Святогорской лавры, а потом из Почаевской. Да, а 9 июля из Почаевской лавры. И вот чем дальше он двигался, чем ближе к Киеву, тем больше и больше людей присоединялось к этому крестному ходу. Скажите, пожалуйста, вот вы сами сказали, что вы видели разные крестные ходы, но вот этот крестный ход по своему масштабу и своим размерам и своим задачам и целям, он несравним с теми, ну вот именно в чем заключается суть этого такого большого и сложного крестного хода? Ну, суть я процитирую нашего блаженнейшего Ануфрия, он говорил, мы засвидетельствовали о том, что желаем, чтобы был мир на нашей земле. Это он говорил о крестном ходе. Крестный ход был посвящен тому, чтобы мы
помолились сугубой молитвой за мир в нашей стране, чтобы Бог послал нам добрый разум, терпеть и уважать друг друга. Как вы думаете, отец Геннадий, блаженнейший так хорошо сказал, чтобы Бог послал нам добрый разум, терпеть и уважать друг друга. Представляете, друзья мои, ведь для этого тоже нужен добрый разум, чтобы терпеть и уважать. На самом деле это все не так просто. Отец Геннадий, но прошел крестный ход, прозвучало это, люди объединились в такую молитвенную, в молитвенную атмосферу. Ну, главное, чтобы это не было даром, как вы думаете? Так, ну, ведь не будет даром, не просто так же. Конечно, нет. Уже поутихли все, вот, стрекотали многие СМИ, там, и левые, и правые, и бульварные, вот, пугая, там, оскорбляя, вот, тех людей, которые пошли. А люди пошли просто помолиться, просто потому что хотели мира. И одинаково хотели люди, которые живут и на Востоке, и на Западе. Они шли навстречу друг другу, как бы, как символически, каждый человек должен идти навстречу друг другу, чтобы вот, обрести эту общую молитву, общую любовь. Тогда и будет мир, который, как говорил, наш блаженнейший войдет в каждую семью, в каждую душу, и в нашу страну вообще. А вот смотрите, отец Геннадий, люди объединились в такой большой крестный ход, но еще есть келейная молитва, соборная молитва. А нельзя ли просто вот стоять, каждый стоит там в своей церквушечке и молится о мире? Нет, почему-то вот нужно было объединиться в крестный ход. Чем отличается та молитва от молитвы сугубой? Крестные ходы издревле проводились, когда требовалось привлечь особое, как, особую благодать Божию тем, что люди выходили, и они своим трудом, своим молитвами, и телесным, и духовным, они привлекали эту благодать. Крестные почему? Потому что крест несется впереди, несутся иконы или просто иконы, или чудотворные иконы. Есть крестные ходы были с мощами. И человек выходил либо, раньше как делалось, либо вокруг храма крестных ход, либо от города с города, либо какой-то святыни, либо когда были моровые язвы или какие-то, как в период войны, бедствия были общие. И как бы люди показывали верующие Богу, что вот все хотят, они желают, они жертвуют своим временем, они жертвуют именно своими силами, чтобы помолиться вместе. И вот эта общая молитва и эту благодать, и спросить у Бога, чтобы был мир, или там болезни прекратились, или наоборот дождик пошел, или солнышко наоборот вышло. Поэтому крестные ходы, они имеют такое большое значение. Раньше они были более часто, сейчас у нас они возрождаются, слава Богу. Потому что они, как раньше люди замечали старые, если мы шли в поле призывать дождь, они приходили все мокрые. Потому что все искренне молились, искренне желали этого. И это была та молитва вот, от сердца, которую каждый человек приносил в этом крестном ходе, как она была и здесь. Ведь пройти столько километров, хотя бы приехать в то место, где крестный ход проходил, присоединиться к нему, пройти какую-то часть, это тоже требовалось чем-то пожертвовать. Вот, самая главная жертвенность в нашей вере. Это основной признак любви, когда человек жертвует собой, временем, ради кого-то, ради того, чтобы мир был везде. Как странно, отец Геннадий, с одной стороны, сегодня жертвовать чем-то ради кого-то очень сложно. Ну, я не имею в виду даже жертвовать ради детей или семьи, а вот именно просто пожертвовать даже своим временем ради того, что нельзя пощупать, нельзя попробовать, а просто даже ради чужих людей. Это ведь пример того, что у нас совершенно замечательные люди, которые готовы на подвиг. Ведь, наверное, пройти такой крестный ход – это тоже подвиг, отец Геннадий. Конечно. Вообще, крестные ходы, я так бы сказал, что это как бы возрождение того духа, который мы, к сожалению, теряем, и нас пытаются его забрать. Ведь раньше были люди, верующие боли, они чувствовали боль или радость другого человека. А сейчас у нас больше такая психология, как у американцев, как они спрашивают, как дела, и пошел дальше. Он не спрашивает, не слышит ответа. Это как бы принято так говорить. Он спросил и ушел. У нас такого раньше не было. Человек болел, проблемы у другого человека. Он пытался помочь. И сейчас, если кто-то обращается за помощью,
уже другой думает, а что я с этого буду иметь. А раньше все, это было бескорыстно, было оскорблением, когда ты что-то предлагаешь, какие-то награду или деньги за то, что тебе кто-то чем-то помог. Сейчас это как ушло в прошлое, к сожалению. Ну, может быть, отец Геннадий не ушло в прошлое, а может быть, оно где-то затаилось, это вот затаилось. Эта сердобольность и открытость, немножко, да. А на самом деле, как только если понадобится, то оно раз и выйдет. Но на оно не исчезло, показывает вот как раз такие вот крестные хода большие, такие общие молитвы, что дух не исчез, он есть. Его нужно поддерживать, нужно его не изгонять из своей души, не перенимать то плохое, которое нам пытается впихнуть нам в наши души, а возрождать то, что есть хорошее в нашей вере, в нашем православии, именно мир. Не думать ни о чем, думать только о мире душевном, о мире вокруг себя. И, короче, нужно вести себя так, чтобы это влияло на всех вокруг, чтобы он своими действиями этот мир водворял вокруг себя, а не приносил какие-то разлады. То есть, когда сегодня звучат слова «от меня ничего не зависит», на самом деле нет. От каждого из нас зависит мир в стране. У каждого будет мир в душе, в семье. Значит, если каждая семья будет иметь мир, значит, вся страна будет в мире. А сейчас бывает даже в семье, начинают как-то не принимать, не терпеть друг друга. Каждый хочет, чтобы так думали и другие, как он думает, чтобы также придерживать той же точки зрения, которой и он придерживается. Ну, это нонсенс. Лучше, говорят, быть мирным, чем правым. Не искать правы в том, а лучше сохранить мир между двумя людьми, чем искать правоты в споре. Да, в споре рождается только ссора. Отец Геннадий, вокруг крестного хода, который вчера завершился в Киеве, много разных толков, слухов ходило, и не самые всегда хорошие. Вы непосредственный участник этого крестного хода, и вы не встречали никаких негативных моментов? Нет, конечно нет. И слава Богу, потому что поначалу, конечно, было такое вот общее ожидание какое-то, потому что были беспрецедентные меры приняты безопасности. Каждый, попадая, желая быть участником крестного хода, он проходил через рамку, это всех нас проверяли, вещи, личные вещи, все. И много было военных, полиции, бронетранспортеры там стояли в определенном месте. Как бы вот это вот, когда смотришь это, да? Все, да, когда ожидаешь вроде как из-под руль чего-то. Ну, слава Богу, это только ограничилось тем, что когда шел крестный ход, девчонки подбегали к этим, кто их охранял, был обмундирование полиции и фотографировались с ними. Угу. И те тоже как бы стали участниками крестного хода, улыбались, поняли, что это все было мирно. Люди, многие стояли на тротуарах и пели, и плакали. Плакали, наверное, от счастья и от избытка того, что вот эта глубокая народная душа, она жива, слава Богу. Да, наверное, от радости. От радости. Как здорово, когда можно плакать от радости, правда, телезрители? Отец Геннадий, и так интересно, что именно вчера завершился крестный ход в Киеве, и 28 июля мы отмечали крещение Руси и память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Это ведь не случайно все совпало, правда? Конечно. Мы благодарны, почему называют равноапостольным, потому что он как бы показал, привел и распространил веру у нас на Руси. Он был язычником, 17 лет он был в походах, 6 лет он ими увлекался, воевал, пировал. Но потом, как у Бога пришло время, и он, душа у него была, очевидно, передана часть его ранней души, такой тонкой, духовно чувствующей от его бабушки, княгини Ольги, которая сама была впервые тоже крещена раньше еще. И он почувствовал, что что-то в язычестве, что-то не так, и он стал искать эту вот истинную веру. Об этом узнали многие
в разных странах стали послать своих послов. И иудеям, и мусульмане, и немцы прислали послов. Каждого он выслушал, там одним сказал мусульманам, что мы русские, мы не можем без вина, мы, у нас только любой праздник, этому нужно радоваться, веселиться. Да, вино веселит да. сердце. Иудеям говорит, вы вот сказали, что вы рассеянные по всей земле, у вас нет отечества, вы хотите тоже, чтобы мы были рассеяны? Ну, а немцам сказала, что наша, моя бабка не приняла веру, значит, и я тоже не приму веру. И послал послов во все эти места, откуда были эти послы, и чтобы еще убедиться, вот какая все-таки вера, где истинно чтят Бога. И когда приехали послы из Греции, они говорят, мы, когда были на богослужении, мы не знали, где мы находимся, на небе или на земле. Так их поразило это богослужение. Но он сразу не крестился, он был язычник такой, строгий, жесткий. И он решил завоевать Корсунь сначала, чтобы прийти с силой. Потребовал от императоров, чтобы выдали сестру свою Анну за него замуж. Но не крестился там. Он решил сюда всех пригласить. Вот. И когда, перед тем, как он крестился, он заболел тяжелой болезнью, глаз. Его все-таки Анна убедила, когда приехала к нему, что нужно креститься. И он, когда крестился, он прозрел. Тогда он в Киеве уже написал послание, кто вот, не крестит, тот мне не друг. И огромное было стечение людей. В Киеве это описывает Нестор Летописец, как это происходило. Кто-то из взрослых стоял, кто-то с ребенком стоял в воде, кто-то по шее, кто-то по грудь. И священники, читая молитву, стоя, крестили весь народ. Вот с тех пор святой князь Владимир изменил свою жизнь полностью. Он был язычником, был много жен, много детей, 12 детей у него было. Он жен отпустил, у него одна жена осталась, детей своих крестил и стал благотворителем именно тем святым, вот, которым мы сейчас молимся. И мы ему благодарны за то, что он именно нашел ту веру, которая истинная вера, которая правильно чтит и славит Бога, православная вера. Да, это очень здорово, отец Геннадий, что святой равноапостольный князь Владимир все-таки проникся духом православной веры, истинной веры. Но вы понимаете, вот если дальше проследить судьбу князя Владимира, то у него же, вот казалось бы, он крестил Русь, он такое большое благодеяние оказал, он просветил русский народ светом Христовой веры. Но ведь жизнь его потом сложила. Мы знаем, что он строил храмы, созидал на Руси. Он православную веру очень всячески показывал красоту и глубину этой веры. Но его-то жизнь потом дальше... Вот его дети, святые князья Борис и Глеб, они были убиты своим родным братом. То есть его не было мира, вы понимаете? Почему так? Казалось бы, вот он сделал такое благодеяние, и дальше должно все быть очень хорошо. А на самом деле нет? Ну, если в мире так было все просто, мы знаем об святых апостолов, что все апостолы практически, они закончили жизнь... Не своей смертью, кого-то мучили, кого-то распинали, кого-то истязали, ссылали. Потому что Господь всегда, Он проверяет как бы человека, не то что проверяет, испытывает, готовит его к той жизни. И вот самое большое искушение – это испытание человека в конце, это испытание его жизнью человека. Как вот помните в Ветхом Завете, когда испытывались святые, когда Господь все у них забирал. Вроде они нормально жили жизнью, потом забирал, и внимание забирал, и других людей, и богатство. И когда они оказывали истинную твердость святой вере, Он их прославлял, и мы знаем, многие святые, мы только что отметили, что мученики, первые мученики, какие они были по жизни, они были добрыми, они не хотели войны, братоубийственной войны друг с другом, не хотели братья убивать. И они пожертвовали собой для того, чтобы этого не было. Вот уровень. Они пожертвовали жизнью. То есть самое дорогое человека – это жизнь. И Господь испытывал многих, которые были
способны вот, перенести это испытание, испытали жизнью. Когда, раньше как нужно было сказать, вот я христианин, и человека высекали мечом, я христианин, его колесовали, я христианин, его мучили. И он был тверд в вере. Вот это испытание, очевидно, многое из того, что испытание и по поводу своих сыновей нерадивых тоже и не прошли князя Владимира. Это жизнь, она не такая простая, какая. Мы не все понимаем в промысле Божьем, а Господь посылает то, что полезно каждому человеку. Также и нашему великому святому. Почему он святой стал? Потому что он все это испытал, все это принял, все это перенес и остался святым до конца жизни. Это при том, что мы знаем, и вы сейчас, коснувшись истории жизни князя, великого князя Владимира, мы знаем, что он был язычником и очень жестким и жестоким. Да, как его бабушка тоже, она как она мстила за то, что убили ее мужа. А потом ну да, она, не по-женски отомстила. Да, да, а потом она изменилась. Так же, вот, вера меняет людей. Если они принимают всем сердцем Господа, то вера очень меняет людей, кардинально. Апостол Павел, вспомните, шел убивать, шел, участвовал в первом побивании камнями архидиакона Стефана и резко переменился сразу, по дороге в Дамаск. Вот все. Так же многие святые, они поменялись кардинально, потому что приняли Господа, Господь посетил их, они поменялись. Как и здесь князя Владимира. Он поменял всю свою жизнь. И до конца жизни он показал, что он был верен этой вере и тверд в ней, самое главное. Невзирая на все вот испытания, которые ему пришлось принести в жизни. Было бы просто, конечно, если бы человек, вот он что-то сделал хорошее, и вот ему все посыпали все радости. Нет, Господь себя испытывает. А ну-ка ты вот, когда хорошо тебе, ну-ка вот тебе так. А когда тебе немножко плохо, какая твоя вера? Каков ты? И человек, многие отходят, потому что многие приходят в церковь, чтобы получить благо. А если сразу не получают, ну ладно, будем искать дальше. Но люди не виноваты, отец Геннадий, потому что человек, в принципе, сразу понимают, слаб, да, может быть, да, и не, сразу не понимают. Да. Да, и все-таки хочется людям, ну, хоть какого-то, ну, хоть какой-то любви и спокойной жизни. Конечно. Но она не протекает вот так, как бы, одной прямой. Всегда она колеблется. То хорошо, то плохо. Как мы поймем, что хорошо, если у нас не будет плохо? Поэтому Господь, может, и посылает нам такие дни, когда нам немножко будет скорбно, чтобы потом понять ту радость, которая потом приходит к нам. И вот если вернуться даже к крестному ходу, вы только что с него вернулись, который завершился в Киеве, может быть, вот и та радость, и та соборность, которую вы ощутили там во время общей молитвы, она тоже, она ведь не просто так прозвучала, правда? Она, благодать пошла по всему миру. Ну, мне так кажется, конечно, вот если конечно, образно. Конечно, это общая молитва. Если Господь говорил о двоих и троих, которые собраны, он посреди них, то такого количества людей, конечно, Господь был среди всех. И эта благодать, она, безусловно, повлияет на всех остальных людей, которые увидят, которые почувствуют. Даже когда смотришь, вот Интер хорошо очень показал, так все правдиво, прямой эфир. Даже смотришь и вдохновляешься, потому что видишь этих людей, видишь эти лица радостные, видишь эту простоту, вот сам ход, нет помпезности никакой, просто есть простота, есть желание мира, желание радости, желание веры. Нет криков, нет лозунгов, нет скандирования каких-то речевок, да, отец песни, Геннадий? Да, песни, молитвы, каждая идет с иконкой, с крестом, каждый молится. Вот это и есть крестный ход, это не демонстрация, это крестный ход. Ну да, потому что сейчас больше в моде не крестные хода, а некие шествия и демонстрации. Ну, само слово демонстрация, то есть что-то демонстрировать. Мы ничего не демонстрировали, мы желали призвать мир на каждого человека, на каждую душу. И как бы это образно, мир Востока и Запада. Ведь шли с Запада, с Востока люди с одинаковыми мыслями, с одинаковым желанием. Поэтому дай Бог, чтобы
все так оно и было, чтобы через этих людей, которые каждый принесет в свою епархию, вот радость этого, этой молитвы, этой общей молитвы, оно заразило всех остальных людей, многие поняли, что вера – это всегда мир, и нужно находить какие-то пути друг к другу, чтобы этот мир найти. Разлад можно быстро найти, а очень. Вот мир именно ищется через долготерпение, через понятие, через терпение друг друга, а не через доказательства своей какой-то правоты, каких-то взглядов и прочее. Да, и главное, что через терпение друг друга. Отец Геннадий, спасибо вам большое. Время пролетело незаметно. Друзья мои, наш сегодняшний гость, протоиерей Геннадий Дьяков, настоятель Свято-Симеоновского собора в Николаеве, рассказал о своих впечатлениях, которые он получил на крестном ходе. Я думаю, что вы прониклись тоже этой силой, этой мощью соборной молитвы. И здорово, что вы, дорогие телезрители, такие хорошие, замечательные люди. Вместе мы, конечно, обязательно все преодолеем, любые трудности. И, как сказал отец Геннадий, лучше быть мирным, чем правым. Це була розмова на тему. На все добре.